Да, здравствуйте, дорогие гости ДК. Вот сегодня в этот пасмурный день, вы знаете, такое событие. Значит, ну, сегодня у нас день энергетика. Хотелось бы он, ну, как бы не сказать, относиться, поменялся у нас министр топлива и энергетики Республики Крым. Вот, не знаю, с чем оно связано, меня объясняет, молодой человек, вроде бы так, вот, солидный, нормально работал. Пообщались мы с ним, когда было открытие 15-го. Ноября газ Суксу. Вот, ну так получила, власть решила так. Ну а сегодня день энергетики, хотел поздравить нас, мне поздравить всех, значит, энергетиков нашего славного СДК. Вот Крыма, понимаете, это очень важная структура, это люди, которые держат в своих руках все электроснабжение наших домов, все остальное, без них, конечно, мы печальны. Насколько я имею как влияние и отношение к нашему РЭС многие годы, понимаете, я скажу, что я вот недавно оформлял на гараж эту энергию, оформлял, я скажу, что настолько четко у них поставлена задача, понимаете, четко, по многим жаловались, я, например, какой благодарности всем не могу объявить. Каждый знает, что делать, четко, ясно, я в течение 3 недель оформил, получил, значит, электричество, никаких проблем не испытывал. Поэтому я хочу пожелать коллективу нашего РЭС, руководителям, рядовому составу, специалистам, всем женщинам, работающим там намного больше коллектив женский, понимаете, пожелать им успеха в их работе, на благо нас всех, понимаете, здоровья, благополучия и дальнейших успехов в их нелегком труде. Давайте вместе делать так, чтобы наш Крым не оставался без света, мы надежно были обеспечены и радуюсь нашей жизнью. Вот это такое позитивное мне закончить сегодня репортаж. Спасибо за внимание.